Если в квартире есть порча, можно каким-то образом устранить? Тоже можно. Необходимо взять куркуму, часть, сделать из нее шарик, но когда будете замешивать шарик, то необходимо взять... Вообще кумкум берется, это смесь нескольких корней. Это куркума, карри, там и паприка и так далее. То есть кумкум лучше. Но я не знаю, у нас в наших регионах кумкума нет, наверное. Ну, поэтому мы используем карри. Необходимо взять порошок из карри или добавить туда карри и паприку и замешать это с добавлением мочи коровы, так пишется, чтобы получился шарик. Далее необходимо вот таким порошком, с таким шариком, этой пастой, необходимо правой рукой внешнюю часть двери чуть-чуть обмазать. И перед входом необходимо чуть обмазать. Потом взять листки или красные цветочки, любые совершенно, и сверху таким порошком посыпать немножко на такие цветочки и положить в каждую комнату, которая у вас есть. Пусть это хранится 10 дней. Также один из цветочков можно оставить, чтобы засох и хранился. Это на один год устраняет любые проклятия, которые могут быть в вашем доме и в вашей квартире. Боже, откуда вы это все знаете? Ладно. Надеюсь, вам это было интересно. Опять-таки хочу сказать, что это не я придумал, это не со мной связано. Хотите, делайте, хотите, нет, я ничего не утверждаю. Я просто как человек с хорошей памятью констатирую те обряды, которые широко используются в Индии. Ну а вы там уже как хотите.